У американских законодателей остается один день, чтобы избежать шатдауна, прекращения работы правительства из-за непринятого бюджета. В пятницу Палата представителей большинством голосов отвергла план, предложенный спикером-республиканцем, о временном финансировании кабинета сроком на месяц. В Белом доме выразили большую обеспокоенность происходящим, подчеркнув, что остановка работы правительства самым негативным образом скажется на миллионах госслужащих, а также на важных инфраструктурных проектах и программах.